Привет всем моим дорогим подписчикам и моим зрителям. Буду делать тесто для блинов. Так как скоро масленица, я вот включила красивую гирлянду. Нам понадобится литр молока, 2 яйца. Здесь у меня я просеяла 9 столовых ложек муки. Может больше понадобится, может меньше, будем смотреть. Подсолнечное масло. Там 2-3 столовых ложки, посмотрим. Сахар и соль. Итак, тесто для блинов. Очень простое. 2 яйца. Ух ты, двойной желточек. Видно вам? Двойной желточек. Класс. 2 яйца. Немножечко сбить. Сахар нам понадобится и соль еще. Так, соли вообще символически на кончике столовой ложки, а сахара где-то на литр, где-то 4 столовых ложки. На литр молока я имею в виду. 4 столовых ложки. Хорошо перемешать. И еще теперь сюда 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выливаем все молоко. Это у меня получилось молоко, литровая бутылка. Сейчас в основном 870 грамм, но попалась мне литровая бутылочка молока. Так, перемешать тоже. И теперь постепенно добавлять муку, и чтобы тесто было такое жидковатое. Сначала 2 ложки там добавляем, 3. А потом всю муку добавляем тоже постепенно. И смотрим по консистенции. Консистенцию я проверяю аполлоником, которым потом наливаю блины на сковородку. Муку я все использовала уже, которая у меня была 9 столовых ложек полных. Сейчас посмотрим. Ну, почти хорошо, но сейчас надо отставить тесто в сторонку, чтобы вся мука растворилась. А потом посмотрим, может быть, надо еще мука, а может не надо. Где-то полчасика надо тесту постоять. Добавила еще ложку муки столовую, тоже с горкой. Ну все, теперь класс. Проверяем. О, все, класс. Сейчас пожарим несколько блинов. Наконец-то я купила блины в сковородку. Так, хорошо, хорошо, разогреваем сковородку на большом огне. Я уже ее разогрела, уже попробовала блинчики. Кстати, добавила я немножко еще сахара, так как я муку уже добавляла. И у меня же еще вот сало. Я всегда салом смазываю. Теперь прям салом намазывать. Неполный ополовничек теста. Наливаем и распределяем по всей сковородочке. Итак, жарим все блины. Когда позолотится вот здесь краешек у блина, вот, тогда можно переворачивать. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Под каждым видео у меня есть рецепты. Вот, и досматривайте мои видео до конца. Все. Вот и блинчик. Смотрите, какой красивый. Приятного аппетита!